Тема 738. Настенная ваза в форме сердца. Это чисто женское изобретение, без патентов и сложностей производства, настенная ваза в форме сердца. Оригинально, красиво, душевно. Придумала такую вазу одна австралийская женщина, по профессии юрист, после того, как сделала в своем доме ремонт и увидела голые белые стены. Чем бы их украсить? Чтобы и оригинально было, и красиво. Подумала она. И придумала плоские прозрачные вазы в виде сердечка, которые можно было повесить на стену вместе со свежими цветами. Она делала эти вазы для себя и выкладывала их в Инстаграме, ее страничка в Инстаграме, instagram.com/lovesterloves/chirapparentesis. Именно благодаря Инстаграму ее вазы стали известны всему миру, у нее 52 тысячи подписчиков, и теперь она их продает не только на местном рынке, а начинала она именно с этого, с продаж на местном рынке, а и за рубеж. Удивительно то, что она делает свои вазы вручную. Правда, сейчас она не сама их делает, у нее 5 работников, которые делают вазы в мастерской Брисбена, 2-миллионный город в Австралии. Ее компания Lovestar, lovestar.com.au, делает сегодня не только настенные, но и настольные вазы, тоже в виде сердца, которые сохраняют равновесие благодаря специальной подставке. Эти вазы достаточно дорогие, от 79 долларов и выше. Но, как подчеркивает основательница бизнеса, она принципиально производит их в Австралии, чтобы поддерживать отечественное производство. И их хорошо покупают. Последняя модель стоимостью 99 долларов, которая была выставлена в Инстаграме неделю назад, уже распродана. Если вы хотите поближе узнать конструкцию этой настенной вазы, можете посмотреть ниже, из нее много становится понятно. Еще рукодельница придумала вазы в виде изображения известных людей, например, художницы Фриды Кало. Ничего сверхъестественного. Вырезаются из пластика формы, склеиваются между собой. А на лицевую часть плоской вазы наклеивается нужное изображение. Одним таким способом можно придумать тысячи моделей ваз, с разными контурами и изображениями. Вазы-портреты предпринимательница продает по 295 долларов, и их тоже покупают. Их, кстати, тоже можно вешать на стену, с обратной стороны у них специальные отверстия, чтобы вешать их на гвоздик. Вот так могут делать бизнес женщины. 1. Придумать что-то красивое, необычное, интересное, для декора, для кухни, для себя любимой. 2. Сделать это, тут нужно будет постараться. 3. Попробовать продать на местном рынке или в местных магазинах, если народ будет интересоваться и покупать, значит, дело стоящее. 4. Завести страничку в Инстаграме и начать выкладывать свои изделия на всеобщее обозрение и для своего продвижения. 5. Параллельно с Инстаграмом нужно завести сайт, интернет-магазин, с которого можно уже официально свои творения продавать. В таком деле даже не нужно особых вложений, если вам не придется покупать несколько станков или нанимать многочисленный персонал. Потому что придуманная вами вещь не требует сложности в изготовлении. Она просто красива, и этим нравится тысячам ценителей прекрасного.